На базе территории социально-экономического развития в городе Кумертау планируют создать угольный кластер. По предварительным данным, объем инвестиций может составить 3 миллиарда рублей. Кластер даст 2500 новых рабочих мест с объемом производства 500 тысяч тонн угля в год. Как рассказали в администрации Кумертау, инициатором угольных разработок выступила компания «Южуралуголь», которая планирует стать резидентом башкирского офшора. Специалисты в течение нескольких лет вели подготовительную работу. Этот этап обошелся предприятию в 30 миллионов рублей. Теперь оно готово приступить к производству. По мнению авторов проекта, он возродит угольную промышленность в Кумертау и решит проблему с переработкой нефтешламов, а также обеспечит растущую потребность в битуме. Мы ведем горно-подготовительные работы, осыпаем заезд на горные работы, заезды автотранспорта и техники на водоотлив. Завезли уже опоры, линию электропередач будем строить здесь. Планируем, по крайней мере, так. К дню шахтера, который будет в августе этого года, добыть первую тонну угля.